Так, еще раз Марс, 3 октября 2020 год, Харьков. А нет, уже не 3, уже 4. 4 октября 2020 год, Харьков. 0 часов 3 минуты по Киеву. Да, ну выше взобрался Марс, но... Все равно дымка эта не исчезла. Нету той четкости изображения, которую хотел бы получить. 62 миллиона километра до Марса. 13 октября противостояние. Марс будет на ближайшем расстоянии к Земле. По своей орбите. Наилучшим образом освещен. Удобен для наблюдения, если не будет, опять же, нашей замечательной дымки облачности, которая вчера нам помешала посмотреть полнолуние. И сближение Луны с Марсом. Поэтому приходится смотреть уже сегодня. Все равно рядышком. Ладно, будем надеяться на улучшение погодных условий, на более ясную погоду 13 октября, тогда я поснимаю Марс.